Здравствуйте, глубоко уважаемые любители платного спорта! Посмотрите, что говорит мой ученик на второй день полета. Сейчас переклен, пожалуйста, протяни. Набирает в Африке. Была у него недавно скороподъемность аж до 5 метров в секунду. Сейчас, конечно, его чуть-чуть потерял. Вот сейчас продолжай крутить. Но в целом, хоть и укачивает его, хоть и укачивает его, но борется стойко. Сегодня у нас погода на 1000 километров. К сожалению, на 1000 мы полетим, потому что ресурс курсанта на второй день полета. Причем, заметьте, человек никогда в жизни еще не летал. То есть обучение по бразильской системе сразу в Африке. Сейчас протяни немножко по прямой, убирай крен. Вот. На второй день нормально чувствует себя с хренами. Ну, не скажу, что прям не скользит, но в целом все прям чики-пики. Давай, поехали на следующий вираж. Вот, я прям доволен. Вот, у нас вот куда-куда камера показывает ручечку чуть на себя. Избыточная скорость. Пустыня Калыхари. Мы сегодня туда долетим. Собственно, вот эти красивые облачка. Нижняя кромка 4000, скоро будет 5. Ну и скоро пойдут грозы. Мы вдоль линии гроз гоняем в Калыхари. Заскочим в Ботсвану и назад. Вот такие вот у нас амбициозные, протяни сейчас, амбициозные планеры, планы. Но главное, что как, красная шапочка, Африка, позитив, все замечательно. Мы начинаем сезон в Африке, будет вам много красивых передач. Сегодня мы, наверное, заснимем еще грозу в Африке. Обещают очень яркие, красивые горы, так что вечерочком покажу. А пока, видите, какой кокозяброво ученик тут вычерчивает, скорость поменьше. Буду ему помогать. Аривуар! Приветом из Африки!